хочу перейти к самой, ну, для меня такой сногсшибательной новости. Это то, что у нас выходит косметика, и мы очень волновались, доедет ли эта косметика до нас. Не потому, что она там не сделана, а потому, что сейчас возникают вот те самые силы противодействия, которые могут, ну, изменить наши какие-то планы. Но, вопреки всему, Ирина Целюнникова, директор по маркетингу Trading Point, по продвижению, она доехала до нас и довезла эти драгоценные флаконы, я по-другому не могу сказать. И мы познакомились с нашей новой косметической линией, попробовали ее, обменялись мнениями, передали свою обратную связь Ирине. Вот, и услышали о том, что, возможно, к Новому году мы ее уже получим. Ну, во всяком случае, все будут стараться, чтобы эта цель была достигнута. И чем она будет отличаться, да? Ну, вы видите, что косметика разрабатывалась для тех, кому 30 и плюс. Ну, естественно, так как я люблю работать с косметикой, я сразу сделаю оговорку, что у девушек 25 тоже могут быть уже признаки старения, и тогда можно применять такую косметику, неважно, что там написано 30+. Значит, косметика, ну вот мои сначала я мнение скажу, что она очень легкая. На настолько натуральные запахи, вот я не чувствую вот этот парфюмированных, да, добавок, чувствую, вот как будто я там в луга Прованса окунулась, где просто все наполнено запахами природы, трав, свежего горного воздуха, и каждый вот флакон, он просто меня соединял с природой, и, конечно, ты представлял, что ты прям такое вот новое создание и именно природы, экологичности. И вот такие вот были первые ощущения. Ну и сам цвет флаконов, он тоже навевает вот такое что-то элитное, легкое, природное, такой цвет лаванды, да. И поэтому сразу хочется, ну, купить, да. Вот я просто как потребитель говорю, сразу хочется купить. Значит, основные такие компоненты – это экстракт бакучиола. Ну, тут написано бакучиола, но как-то произносится бакучиола. Вот. И мощных активных комплексов. Эти вот активные комплексы из разных компонентов, мы их назвали комплексом Project V. Вот. Ну и плюс еще в разном флаконе еще добавлен какой-то активный компонент, отличающий один от другого. Ну, что мы уже Наталья хорошо нам показала, и флакончики, и свой отзыв, и мы услышали, что будет в этом наборе. Но я хочу еще раз акцентировать, что это будет дневной крем, ночной крем, крем для рук, сыворотка и крем для кожи вокруг глаз. По ассортименту. Я думаю, что многие уже из вас увидели это в соцсетях, мы не скрывали, мы сразу же прямо из зала начали эту новость всем сообщать. Вот. Ну и здесь я коротко пробегусь о том, что первая такая основа этой линейки, еще раз скажу, что это взято за основу растительный активный компонент бакучиол. Он добывается из семян псоролеи лищинолистной. И, честно скажу, я еще не исследовала, что это за растение, но всегда, когда приходят нам какие-то новые продукты, я всегда стараюсь почитать в каких-то фитосправочниках, да, об этих растениях, чем они полезны, чем вредны, где произрастают. Ну вот пока еще не изучила, что это у нас будет за растение. На данный момент этот актив имеет подтвержденные клинические результаты, то есть это не то, что вот раз мы увидели, что есть там активный компонент и будем его в косметике использовать, а именно взяли по
то, что уже прошло клинические испытания и показало хорошие результаты. И мало того, что этот компонент, он против старения кожи, самое главное, что он не вызывает раздражений. И ведь у нас очень многие люди, особенно у тех, у кого раннее старение кожи, это чаще всего чувствительная кожа, сухая, да, ненапитанная, я бы так сказала. И там очень осторожно надо с какими-то компонентами, чтобы не вызвать еще большее раздражение. Поэтому этот компонент, он уже проверен и может надежно использоваться в нашей косметике. Еще важный момент, что эту косметику можно использовать любое время года. И ну, многие же сейчас тоже современные девушки, они против того, чтобы использовалась там косметика, тестировалась на животных или животного происхождения были компоненты. Здесь это конкретно веганский компонент, и смело его можно предлагать таким людям. Вот. Дальше вторая такая основа линейки. Это вот то, о чем я говорила. Это несколько продуктов. Растительный глицерин, экстракт инжира, гинкобилоба, женьшень. Это уже нам известные такие компоненты. Мы их назвали вот таким общим названием. Это комплекс Project V. И ну, уже мы опробовали этот комплекс в составе нашего геля М, которым сейчас тоже все восхищаются его свойствами, его текстурой. Поэтому в этой косметике будет использоваться вот этот вот наш комплекс. И я не буду подробно останавливаться. Вы на слайде видите, какие эффекты или какие функции выполняет этот комплекс благодаря этим компонентам. Это все, что нужно там, все, что ищут, это лифтинг, и тонус, и выработка коллагена. Так, кто там опять трогает наши слайды? Вот, и эластичность кожи, и замедление старения, и различные повреждения, так сказать, свободными радикалами, это может быть и солнце, и какие-то там химические, да, процессы в организме. Но эта косметика помогает вот коже именно выглядеть молодо и хорошо. Ну и то, что я говорила, это индивидуальная основа каждого продукта. Добавляются активные компоненты. Вот... это услышим. Вот, ну и дневной крем. Вот такой состав. Тоже я не буду останавливаться надолго, потому что время мы уже затянули, 1,5 часа, и у нас есть еще о чем поговорить. Я хочу лишь сказать, что на нашем семинаре вот эту косметику и вообще наш бренд Project V представлял наш проектный менеджер Ксения Лычагина. И мне вот, знаете, было приятно смотреть, что на сцене стоит молодая, очень молодая девушка, которая стремится наш бренд поддержать всячески, развить его. И знаете, у меня была такая ассоциация, что вот это... Ксения, она прям лицо бренда. Молодая, красивая, амбициозная, уверенная. И прям вот ассоциация с нашим брендом. И когда уже представляла косметику Ирина Цирюльникова, мне все равно вот было представление косметики, но виделось лицо Ксении. Ну, это я вам свои эмоции передаю, что раз есть такие ассоциации, значит, косметика нас будет очень молодить. Вот. Ночной крем, тоже вот этот состав Бакучон, он будет анти-эйдж, то есть явный компонент от старения за счет того, что будет помогать вырабатываться коллагену. Но опять-таки мы говорим о косметике, но не забываем, что помогать
вырабатываться коллагену, будут и наши биологически активные комплексы. Будет работать наши крема в 10 раз лучше, когда мы будем это все с витаминами. Не забывайте при представлении косметики об этом людям говорить. А то они смотрят на нас и думают, что мы вот пользуемся косметикой, потому что мы такие. А нет, у нас все в комплексе. Еще всякие спа и поездки, и путешествия, и все в комплексе дает нам молодость кожи. Я думаю, что эти слайды вы скоро тоже все получите для того, чтобы подробнее изучить нашу линейку и уже позиционировать ее в своих соцсетях. Сыворотка. Сыворотка, она, ну, если вы кто-то не знает, она намного активнее, чем дневной крем. И у людей, у которых есть явное увядание кожи, да, или какие-то проблемы, всегда сыворотку рекомендуют использовать под дневной крем как активную, а дневной уже как уходовую. И наша сыворотка, она будет намного эффективнее работать со всякими проблемами. Тоже по консистенции очень легкая. Очень быстро впитывалась, когда мы ее там пробовали. И очень важно, что добавлен активный компонент, который, на микроуровне очень хорошо проводит активные компоненты в глубокие слои кожи. И что я для себя взяла, это борьба с пигментными пятнами и старческими, и которые произошли от какого-то воздействия, да, там может быть солнце, то есть фитостарение. И вот это вот я уже там прямо на нашем отдыхе рекомендовала людям, у которых видела пигменты, рекомендовала, что есть такая косметика, будет, и брала контакты. Поэтому я думаю, что как только она появится в продаже, у меня уже будет сразу хорошие продажи, потому что я уверена, что мои клиенты именно вот благодаря сыворотки, да, приобретут ровный, однородный и здоровый цвет лица. Ну и кроме того, это, конечно, сильный такой вот увлажняющий комплекс. Крем вокруг глаз то же самое. В глаз тоже бывают пигменты, и комплекс будет с этим бороться. Также убирать отеки под глазами, у кого-то синюшность. То есть все вот эти вот проблемы, они предусмотрены в новом составе. Этот новый состав, он тоже должен на них работать. Ну и, конечно, мы все ждем крем для рук. Это вообще нужно каждому, потому что многие там, кто-то не умеет, не хочет следить за лицом, но почему-то вот за руками следят все. Это я говорю по опыту работы с моими клиентами, которые больше всего у меня просят крем для рук. Поэтому этот крем тоже шикарнейший. Просто я, когда его попробовала, мне казалось, что у меня 3 дня руки шелковые. Поэтому я очень всем рекомендую. Такая красивенькая. Я по-быстрому, надеюсь, передала свои впечатления, эмоции. И, конечно, хочу быстрее получить ее уже в свои руки, отнести своим людям, чтобы мое окружение было такое же молодое, красивое, изящное, как наша новая косметика. Вот. Что самое главное, мы же говорим не просто о продукте. Кто-то уже вот говорил про выступление Дмитрия Сафронова. Самый лучший продукт не пойдет в массы, если к нему не будет приложена история, результат, отношения, то есть ваше личное. Почему у нас все так хорошо двигается? Да потому что вот я потребитель всей гаммы нашей продукции. Я ее пропускаю через себя. И я говорю не теми словами, которые написаны на буклете, я говорю своим
отношениям, своим результатам, и поэтому люди охотно берут именно такие продукты. Поэтому мы говорим об эффекте преображения, который даст нам новая линейка продукта, она даст это каждой женщине. Мы говорим о легкости, чистоте, натуральности, которую несет новая линейка, и, конечно, о нежности прикосновений. То есть дайте характеристику, дайте свое уже этому продукту, и он хорошо пойдет дальше. Ну и все у нас было, все тренинги, все наши посылы, от президента тренинг шикарный. Это вот запомните слово «инсайт». Это то, с чем будет ассоциироваться ваше предложение, ваш продукт, вы сами заучите эти слова наизусть, и вам будет легко продвигать. То есть есть ситуация, и вы даете вот этот вот самый инсайт на любую ситуацию, на любую проблему человека. Ну и самое такие, то, что мы сейчас можем запомнить про позиционирование этой линейки, что это просто как прикосновение, что это не увядающая красота, и это у вас в руках будет то, чему будут все вокруг завидовать. И вы точно так же это говорите людям. Просто как прикосновение, и чтобы вам завидовали. Вот то, что вы уже можете сейчас запомнить, и с чем пойти к вашему окружению. Я, конечно, хочу много сказать.